Кабаевой. Сегодня гимнастки выступают с обручем и мячом. Много гимнасток из России, но открывает сегодня эти соревнования Екатерина Веденеева, тоже русская гимнастка по рождению, но выступает она за сборную Словении. Давайте смотреть. Интересный отбив был в конце обруча. Молодец, Катя. Очень приятно видеть, еще раз повторюсь, гимнасток и зрителей, которые наконец-то сидят на трибунах, как этого долго все ждали. Пожелаем удачи от нас лично. Да, безусловно. Ну и давайте в любом случае похвалим первую гимнастку Екатерину Веденееву, потому что, ну, у нее такое эпохальное событие, она открывает это гран-при после долгой паузы. Не знаю, как тебе, опять же, я в этом деле все еще полный профан и не стесняюсь об этом говорить, но мне показалось, что как открытие очень-очень хорошее выступление было мне от кажется, Екатерины. Мне кажется, что ты уже должен разбираться в художественной гимнастике. Ну да, но давай я буду говорить, что я профан, тогда взятки.